Привет, друзья! Это канал Анатолище, и мы нашли новую игрушечку. О, вот это да, вот это да. Вот это игрушечка. Это, получается, маньяки выжившие, вообще, Identity 5. В общем, китайская, по-моему, игрушка или какая-то такая, я так и не понял еще. Пока только это первый взгляд. Вот, разбираемся вместе с вами. Разбираем эту игрушку вместе с вами, посмотрим, что это за игрушка. Здесь нету русификатора, тут чисто, чисто на английском языке только можно. Как раз и английский язык можно подучить. Ну, вот они, мои хорошие. Вот они, медсестрички. Сейчас, сейчас. У него оружие какое-то странное, это что, это вообще палка или это... Что это? Ой-ой-ой. Тут все онлайн, кстати, очень классно. В этом плане, конечно же, очень интересная игрушка. Здесь ходить нужно, искать. Вот это вот интересно, то, что нужно еще по сторонам смотреть. Это не просто так вот, как, да, там в 3D, как в Horror Field вот мы играли. А тут совершенно другое, тут надо по сторонам еще смотреть, успевать. Ну ладно, сейчас мы его поймаем. Сейчас вот, хорошо, здесь вот мини-карта есть в верхнем левом углу. Нам указывают, указывают. Ой, не с одного удара, бля. Это акула, он с акулой ходит. Кровавый след, кстати, остается, это уже хорошо. Но все равно как-то скорость не сбавляется. Сколько по ним бить надо, я не понимаю. Да куда ты, куда ты, куда ты? Что такое, что такое? Мы растеряли все навыки, нам надо заново все навыки маньячные прокачивать. Они убегают от нас, вон как быстро бежит вообще. Он не знает, что такое усталость или там боль, я не понимаю. Там что-то творится вообще неладное. Там нам это, генераторы все чинят, там я не знаю, что они там чинят. Наверное, не генератор, а эти, да? Как же их называют? Тут, наверное, что-то другое. Сейчас мы выясним. Сейчас мы выясним. Ну, что-то почему-то... вот они вызывают там что-то, какой-то тире, точка тире. Ну-ка, я тебя сейчас приду за тобой, я тебе покажу, как тут это, маньяка. Мешать маньячным делам. Блиночки, блин. Ну давай же, давай, пожалуйста. Ну почему ты не вырубил ее? Как же это все это напряжно, потому что сложно. Я еще не понимаю, как тут вообще все устроено. Но игрушка мне нравится, уже нравится. Вот, вот она ползет, ползет. Давай, давай, давай. Давай быстрее, давай, бей ее, бей. Поймать, поймать, поймать. Вот. Что? Что дальше? Так. Ну это у нас на этапе обучения, можно так сказать. Это что-то я не знаю. Что тут будет творить? Ну что ты, ты куда ты попасть? А, вот, надо на руку нажать. Рука, рука. Рука, так. Вон еще один ползет там. Не, ну мы двоих, наверное, не сможем забрать, да? Да куда ты иди? Ой, ты какую. Бей хотя бы ее, бей. Бей ее, бей ее. Ну ладно, ладно. Сейчас отведем. Вот какие-то тут кресла такие интересные. Так, кресло с каким-то таймером и фейерверком. Так, а это вон, глянь, куда. Глянь, побежала. Хотела спасать сразу же. Видишь, какая хитрая. Ты какая хитрая. Вот так, получай. Давай, 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 быстрее, быстрее, догоняй. Сейчас она спасет. Она же спасет, все, и у нас это... Что такое? Все, это печально, все печально, конечно же. Нельзя их оставлять, конечно, этих выживших, но я не могу там оставаться с ними, когда тут бегают вот постоянно. Во-во-во, тут кто-то еще пи-пи-пи-пи делает. Пи-пи-пи-пи, кто-то делал, я пропустил его, да? На, получи. Угу. Так, что-то там случилось. Там что-то починили, что ли, уже? Тут никак не успеешь, тут вообще карта огромная. Просто я не вижу никого, не слышу. Тут надо вообще навыки просто прокачивать максимально, максимально. Вот ухо есть, кстати, надо ухом пользоваться тоже. Это... Ой-ой-ой, они, вот они. Они вдвоем сразу тут, они все тут чинятся, лечатся. Ну-ка, ну-ка. Дай мне одного хотя бы поймать. Я не могу понять, где это все происходит. Кто-то там что-то делает. Ну-ка, 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 давай-ка еще. Да как его поймать-то, я не пойму. Да. Учиться и учиться. Это еще не так-то просто, оказывается. Да. Ну давай, давай, давай. Бах, вырубает, вырубает. Акуля, акуля, это как в этом, у Наруто было какая-то там кисями, кисями. Это я кисями взял, и тут ей это, орудую, орудую акулой. Так, вот он, креслица, давай, садись, присаживайся. Присаживайся здесь, посиди чуть-чуточку.
Глю, какой Уля вырывается, ну-ка нельзя. Нельзя вырываться, ты что, ты что? И что делать дальше, я не понимаю. Но я понял, что это все привязано, да, не освободиться. Так, ладно. Так, ищем еще, где они? Вот они, где ты? Нет. Стоять бояться. Угля, они тут всех уже освободили, я не могу как с ними тут справиться. Это просто невыносимо. Ну как же так? Ну иди сюда, ты тогда теперь, капкан. Вот они тут бегают, шныряют, вообще они не боятся ничего. Ну как же так? Как ее поймать-то, я не понимаю. Надо время какое-то выждать, чтобы она улетела, или что вообще? Кто-нибудь вообще играл в эту игру? Напишите, пожалуйста, как их ловить, я не понимаю. Может быть, это вы хоть мне в комментариях поделитесь, я просто не знаю. Я вот бегаю, может быть, там что-то надо выждать, чтобы она там, это, окончательно ее там уничтожить. Как-то поймать прям капитально, чтобы никуда не делать. Потому что я не знаю, я уже ловлю, а никого не это, не могу отправить туда. Куда, сюда, да, что ты? Вы видели, что это наглость какая-то? Ну это да. Это с ней ходить, что ли? Не, давай, отправляйся на шарики. На шариках ее возит, вообще прикольно. Ну а когда она отправится, я не понимаю. Там время, наверное, какое-то, да? Наверное, выжидать надо. Надо где-то тут и рыскать где-то тут и ждать, наверное, да? Я просто не знаю, как это все происходит. Вот ее уже освобождают, да? Нет. А вот они, горючие. Ути-кути. Бля, как быстро освободили. Вы видели это? Это вообще... Как вот их, да? Что делать, я вообще не знаю. Освобождают просто за секунду. Это нужно контролить здесь, как я понял вообще. И что делать? Так, это, конечно, да. Ну тут вообще графика такая прикольненькая. Ну иди сюда, сейчас я догоню вас. Ух ты, гля, какая хитрая. Побежала спасать. Бля, вообще наглость. Ладно, тут я набегался с ними. Хоть одного отправим. Что-то тут надо сделать там. Ультимат, там парам-пам-пам. Вин. Что-то там победить в игре надо. Что-то там двоих выживших, что ли. Ну все, мы тут не успеваем. Я понял, они открыли дверцы. И все. Они уже убежали, да? Ну да, на радаре. Все. Они открыли выход и отправились домой. Молодцы. Ладно, что ж, придется обучаться. Будем обучаться, раз мы такие это слабенькие. Слабенький охотник должен обучиться. Так, будем обучаться заново. Так, тут что-то надо прокачать скилл слушать. Будем слушать. Так. Давай, слушай. О, я слушаю. Так, я чувствую, где-то он тут. Так. Ага. Прыг, скок. Вперед. Ломать, бежать, убивать. Так, давай, беги быстрее, слушай, ухо. Скилл ухо. Так. Он опять туда вернулся, наглость. Какая наглость. Ну это понятно, это, конечно, нам обучают. Говорят, поймай, съешь, убей. О, промазал. Ну что ж ты такой? Мне нужно побольше, подлиннее какая-нибудь палка. Мне нужна палка подлиннее. Подлиньше. Чтобы прям вот, знаете, чтобы прям кидать ее прям. Что-то делать прям такое опасное. Ой, ну это, конечно, наверное, самый слабый маньячина. Ну, конечно, первый уровень, что вы хотели. Конечно же, будет все слабый. Ой, все, кончились навыки. А, да вот оно, но я его вижу. Все, я сейчас приду к нему. Так, сейчас, подожди, я иду в гости. Иду. А, он раненый. Отлично, я попал хотя бы раз. Так, ну-ка, вырубаем. Со второго удара вырубает, значит, он. Так, понял. Так, теперь берем. Надули его чуть-чуть. Надули. Так, а теперь садись и поехали. Полетели. Все, улетели. Нормально. О, мы победили, ура. Новые какие-то штуки там дали нам.
Ну пусть будет, пусть будет. Так, дальше. Дальше обучаемся. Обучаемся наловить просто на всяких этих. Скилл нам нужен, скилл. Нам надо понимать, что делать. Надо обязательно обучаться. Так, новый скилл. Так, что-то там. Угу. Они, да-да-да. Я не успел я прочитать. Ну ладно, я походу разберусь. Так, вот он, раз. Ты что промазал так? Это я так близко подошел, что вырубился? Ну да, ну нормально. Или он, или как это? Так, попался. Теперь нужно что-то там сделать. Использовать навык какой-то, да? Я так и не понял, что надо использовать. В общем, я его сажаю. И какой-то навык, да, делать надо? Track him down. Ну, трек или что это? Как это? Что делать? Я не понимаю, что делать. Так, слушаем. Ладно, на тебе вот эту игрушку. Пусть он здесь это, сторожит тебя. Он будет сторожить, я не понимаю. Пусть сторожит. А, наверное, сторожить надо вот так оставлять. Чтобы их никто не освобождал, да? Наверное, так? Я просто не знаю, как, так или не так. Ну да. Так, ну в общем-то, я ничего не вижу, не слышу. Где они есть? Кто-то еще прячется. А, вот он, я нашел. Все в порядке. Вот она, она. Ах ты, какая хитренькая. Хотела его ускользнуть, лизнуть. Нет. Да что ты такой... Я не знаю, он попадает или вообще как это все работает. Вот она. Ой-ой-ой. Она убегает. Я не могу ее найти. Где она? Я ее потерял. Ты как же так? Я не должен был потерять. Только что здесь была? Что тут творится? Неладное тут. Как это? А, вот. Все, пошли. Быстрее, бегом. Все, нашел. Кстати, классный навык вообще это... Чтобы слушать, я хотя бы понимаю, в какую сторону бежать, потому что здесь все это не видно, ничего не видно. Так просто не увидишь их. Они могут где-нибудь спрятаться, где-нибудь там скрыться за углом и бегать еще резко. Вот так вот. Ну что? Вот. Забирай ее. Так, и где-то тут это. Какие-то там штуки указывают, они по бокам где-то, да? Так, ну где тут ближайшая есть? Тут ракетница. На ракетницу посадим ее, и все будет в порядке. Ой, как вообще, да? Прикольно. Несет ее на веревочке. Вот это да, вот это новенькое что-то. Так. Отправляемся в полет. Все, полетели. Улетай. Все, одна улетела, да? И вторая улетела, или как там происходит? А, надо всех поймать на эту штуку, тогда они улетят все, да? Понятно. Или непонятно. В общем, надо всех поймать, всех посадить, и тогда они все улетят. А если нет, то не улетят, да? Тогда они освобождать будут. Это сложно, на самом деле, очень сложно. Это как так-то? Ну, ладно, будем пытаться. Или я неправильно понял? Ну ладно, будем смотреть, как они, чтобы улетели они. И что нужно делать? Я так и не понял. Контроль... Джойстик. А, он вырывается. Нужно его контролировать. Блю, какой вообще вырывается. А нам надо его контролить и отнести. Ну, помню, да. Но это легко. Это легко получилось. Все. Комплит. Еще нам дали каких-то штук, которые потом откроют нам что-то, да? Так, вот они выжившие. Карта выживших. Получается, это медсестра. Так, еще что тут в книге есть? Где эти хантеры? Хантеры. Так, это выжившие. Много выживших, кстати, очень много. Тут прям... Ну, сколько их тут? Очень много. Нам сразу 4 открыты. Пока что. Тут вообще их миллион. Миллион выживших. Да, прикольная игра. Так, а кто тут у нас охотники? Охотники? Маньяки. Маньяков покажите нам. Покажите маньяка. Вот он. Ого, какой... Клёун красти. Ну ладно, чё, вот это у нас пока есть, маньячина. О, тут вообще тоже лось. Опасные какие, круто вообще. В общем, будем играть. Всем пока-пока.